about a bunch of other things. You'll be able to give us some wonderful insight. Приложил свою руку, чтобы создать эту игру. Игра начинается. Да, отличная игра. Игранек забавный. И конкурс интересный. Это игра про то. Про двух про лошадей. То. Про то. И про это. Про двух лошадей. И про это, и про то. Тише, тише. Короче, мы лошадь, которая... Конь, точнее. Которая идем проведать своего друга. Он попал в больницу. Как только мы подходим к больнице, он нам кричит: «Это не то, чем нам кажется, и сейчас я отправлюсь на завод клея, поэтому спаси меня, пожалуйста». И это стелс-игра, где мы, как верный друг, и товарищ должны спасти нашего друга и товарища. Также он сразу нам кидает рацию для коммуникации, откуда он взял рацию в больнице, не спрашивайте. Но мы проглатываем ее, и теперь у нас есть вечная коммуникация, потому что рация у нас в животе. Откуда врачи взяли вилы? Вопрос другой. Итак, очень интересный сетап на противников. Мы хватаем языком бананы и закидываем их им под ноги. Неплохо. Также есть отличные скипы, прожимание кнопкой рестарт. Да, мы деспауним NPC. Также, как вы можете видеть, у нашего коня очень странная походка. Такая уверенная, но ноги почему-то передние не сгибаются. А также очень большие глаза. В игре есть дополнительные задания, которые не дополнительные, а основные на самом-то деле. И в одном из заданий мы попадаем чуть в Вьетнам. Вьетнамские флешбеки. И тут мы видим нашего друга. Мы идем под градом заградительного обстрела. Нас дамажит, но мы вытаскиваем нашего друга. Он, правда, не хочет даже с кровати вставать. Но мы не осуждаем. А теперь все подрываются на гранате. И мы выходим из флешбека уже на следующем этаже и такие: «Воу-воу, что это было?» Да, хотите, я расскажу вам историю про паровозик, который смог... О, клипы, клипы. О, вот это уже интересно. Мы вышли в ОБ, и хитбокс лифта, он на самом деле больше, чем кажется, поэтому мы спокойно вылезаем в ОБ и используем лифт. Что у него с ногами? Используем деда, чтобы вылезти в ОБ опять. И переходим на следующий уровень. Переходим на следующий этаж. Мне кажется, не столько этажей в этом лошадином госпитале. Используем банан. Ловкое применение банана. Кстати, интересно, кто раскидал все эти бананы по больнице? Я думаю, тот же, кто раскидал челюсти по больнице. Возможно, помимо лошадей, тут еще есть этаж для обезьян.
right before the game launch, just to see who could play through it the fastest. My best time, which was the best time, was 25, just like 25 minutes. And we were doing the wiggle run, and we were doing the restart levels to skip certain things. Yeah. Вот там очередной банан выводим из строя. But we were like, oh, whatever. Дозорного. We use the restarting to skip certain, so it resets the pattern for certain levels, because while the очень странная локация в госпитале, большой зал, который больше похож на какое-то дадзё, причём какое-то злодейское дадзё. Попали в засаду. It's a trap. Well, it's not four horses, that's the whole thing. Закинули в подвал. Horse has, like, broken in. Да, и нас чуть отправляют вниз. They want to get better stuff than they would get normally, so they're going to a normal hospital. So this clip here... Но нам удалось вырваться. But it looks cool, so I do it anyways. Но! It's the exact same as doing it. У нас же есть... рация, и у нас ее не отнять, поэтому продолжаем спасать. Сейчас будем выяснять, кто мастер этого подземелья. Да, мы исследуем подземелье. I remember our teacher being like, you should go out and like look at horses. Да, надо зажигать фонари. Но больше нам надо выяснять, кто же все-таки мастер этих подземных катакомб. Опять же, глюч с ресетом. Important to restart the beginning of, because the cycle for it's like very, very тут очень тонкий цикл. You have to kind of wiggle around here, and we want to get out of here before the other guy turns around. We accidentally picked up the box. Тихонечко пробираемся по границе обзора наших врагов. Потом летающий ключ. Он просто летает, мы его везем за собой, как воздушный шарик. Откроем дверь. So now we're in the section where we've got all the basement stuff and the cult sort of. Хорошая игра. Отлично. Лошадь за Dungeon Master. He did dress like that. He's not an old man. But we did have a literal hippie on the team. But so a lot of the puzzles here are more light based, or a lot of the things you need to do. Тут небольшая пазл-секция. Надо активировать нужные рычаги, чтобы дойти до коробочки. Все еще не могу не восхититься анимацией передних ног у нашего коня. Простой паттерн. Hazel meets an untimely fate, unfortunately. Sorry about that. Which is unfortunate. Разработчик изменяется. No. Stopping those darn speedrunners. So we are getting to another lovely cutscene where this is another sort of thing where the artist had a certain interest in what they liked and да. We're in space because of it. Космические флешбеки. Космо флешбеки после Вьетнама. That's fair. We were like, all right, we're gonna ship in like a couple of weeks. We need some stuff for this cutscene. What do we have? What this cutscene is gonna be about? What do we have?
А как такая лошадь поместилась под такое маленькое одеяло? Ладно, я не буду думать об этом больше. Там это специальная кровать, в которой есть выемка для того, чтобы туда могла поместиться лошадь. Это очень, видимо, продуманная кровать. Да. Хочу, чтобы когда мы проводили марафон, у нас тоже был блок Awful Game. Тогда не забудь в этом марафоне хотя бы указать блок с нормальными играми. Это не путь. Не кричи. Боже, какие отличные глаза у этого коня. Отлично от остального тела. Да, именно так. В чате утверждают, что эта игра является пародией на симулятор козла, но в симуляторе козла все-таки это, я бы назвал, какой-то RPG, а тут все-таки стелс-экшен. А симулятор козла — это песочница все-таки, а эта игра серьезно, это серьезная сюжетная игра. Адвенчура. Со стелсом. Спускаемся с лестницы. Чувапчичи. Очень сложный клип. Сейчас будем готовиться. Сейчас надо чуть задом поелозить в стене. Да. И нам мешает летающий Йода. Йода, не мешай. Йода, уходи. Йода, уходи. О, неужели? Окей, этот скип не так сейвит, короче. Не так сейвит, чтобы пытаться по... Да. Во второй раз. Да. Ну, я думаю, скорее... Может, он и сейвит нормально, но и стимейту раннеры вялые. Так, конечно. Стелс-конь, да, который воевал с Веномом Снейком в Афганистане. Внезапный поворот. Плот-твист, ловушка. О нет, как же так? Ловушка врачушкера. Нашего друга коня хотят отправить на завод клея. И мы пытаемся активно его спасти от этой участи. Тут типа была интересная шутка, которую мы пропустили. О боже, конвейеры с коробками, этого мне не хватало. Как много коробок. Боже, нет, Дака, у тебя МГС передос. Да. В Metal Gear Ghost Babel был очень клевый уровень с коробками. И даже не один. Так, что ты делаешь? Садился в коробку и ехал на конвейере. Остановись, не ешь из этого горшочка. Это не мед, это МГС. Да. Великолепная игра, великолепный стелс. И это все про эту игру. Да. Окей, огнеметы.
Мы пробегаем. Чуть проходим сквозь огнеметы. По идее, мы должны их отключать, но мы можем спокойно пройти. А чё, доктор нормально? Доктор нормально. Доктор, тебе нормально? Нормально. We have to come over here and give him his proper mind control apparatus. What was the name of it? I actually sat through the dialogue and figured out what the name of it was. What was it? I don't. It's like neck brace or something like that. I forgot all the lore. I'm so sorry. I'm disappointing you. I wrote the dialogue and I can't remember. So. So we can mind control now with all these terminals. So теперь мы можем контролировать разум людей. Control, Dr. Stockholm, and now Dr. Stockholm has a horse head. Here this. Okay. Push it. Here we go. Press these levers and the door opens. You can press another lever. Используем. I mean, we squished two people, so I guess. Like, доктора для решения пазла. Вот так вот корыстный конь сделает все для спасения друга. Даже захватит доктора под свой контроль. Игра основана на реальных событиях. Реальнее некуда. Доктор говорит, что очень жалко, что пропускаются катсцены, но он сам их не видел, поэтому на самом деле ему все равно. Но мог поставить эстимейт минут 40, посмотрели бы все катсцены. Это уже на лонгофон надо идти с такими заявочками. Technically syllables, so good. Alright, this is the final of the three flashbacks. Oh, нет, флешбеки. We're having a very, very genuine, just friendly interaction between Frida and Buddy. We only have three main characters here. You have to guess which one's gonna become the evil antagonist. Could be anyone. It's probably not us. I mean, could be. It could be one of those. It could be a very medic. Боже, тихая мелодия в этой секции напоминает мне мой будильник. Я чуть... Не, это не поехал сейчас. До будильника. Хорошо. Потому что только что я проснулся. What the truth is, to be quite honest with you. The truth is what we want it to be. I think we had several ideas about what is actually going on and what's canon and what's like drug induced. So you're supposed to, for this, you're supposed to push a box through the, ooh, it actually worked. You're supposed to push a box all the way around the conveyor belt. But if you use physics in a fun, creative way and you get a little lucky, you can launch the box through the grinder from below it. And you can skip one of the steps of turning a box into a plank by kind of avoiding doing that. So it saves a little bit of time, and well, actually saves a decent bit because the conveyor definitely takes its time. But it works when it wants to work, and I guess it wanted to work for GDQ, which is very nice. Can I have that key card actually? Сейчас объяснял какой-то сложный скип, где он закидывает. В измельчитель штуку, чтобы она не ехала на конвейере. Боже, да что ж у него с головой-то происходит? Становится лошадкой? So you need to get different
Это страшно. Это не страшно. Возможно, это даже и не больно. Будем надеяться на это. Он закидывает все возмутительно. Почему-то предметы измельченные, наполненные в бочку, взрываются. Потому что гладиолус. To go to a glue factory at some point because it was just such an obvious like horse. So yeah, would have been a missed opportunity otherwise. For some reason he used a cone on this pressure plate. I don't know why. Sometimes it rolls off. You have to be a little bit careful and make sure it doesn't do what you don't want. Oh, why am I? I'm trying to stomp the lever instead of using my tongue like a normal horse. I don't know what I'm doing. Violence. Violence does not solve problems here. We have to be thoughtful solutions. И осталось 5 минут до стимейта, даже меньше. Ну, я думал, примерно чуть меньше осталось до конца игры. Мы все-таки спасем нашего друга. Друга спасем. Его в беде не бросим. It's open to the player to do whatever they think is the correct approach. It's like Hitman. You can do whatever you want, except it's just like less... Hitman. You know, if you look at it in a certain way. Also, Dr. Stockholm, for some reason, jumps in the machine, is producing, like, condensing things down to their raw materials, and becomes a slightly smaller version of himself. And Seth just grabs him. I respect the bravery. Да как это измельчитель, он измельчил доктора. Это не так работает, но это так работает. Моджо Джоджо. Это отсылка к какому-то шедевру западной мультипликации. Нас атакуют турели и робо-лошадь. Пок-чамп, это топ-2 ран. На лидерборде. А какой там VR? 21 минута. Это не VR. А почему? А, топ-2. Он задохнулся на том скипе. Да. И время 2-2-2-2-4. Достойное время. Достойная игра. Достойный вызов для всех тех, кто есть тут, а тот, кто есть здесь, не только лишь все. Боже, под эту походку нужно песню Soulja Boy ставить. Здорово, что вы все пришли. Олли Флекс. Клапа в чат прошли игру за 2-2-2-2 времени. Если вам понравилась эта игра, ставим типа клаун. Если понравился ран, ставим клапу. Клёвый титр, кстати. Лучше, чем большая часть игры. Блин, эти странные маленькие планеты, которые по которым можно ходить по кругу, напоминают мне блок Соника, который я зачем-то посмотрел сегодня ночью. Я тоже там был. Найс, поспали, получается. Получается так. Небольшой шоукейс.
Смотрим вот эту классную катсцену опять. Как обычно такие, кто притащил троянского коня на фабрику? Не доверяем мы этому коню. И действительно, а кто вообще притащил троянского коня на фабрику? Опа, закидываем ноги. Так, у нас отвалилась одна нога. Сейчас, ребят, закинем вторую ногу. Так, hands up, ну, legs up. Разработчик игры говорит, мол, мне казалось, это с каждым игроком происходит, который в это играет. Из-за того, что мы цепляем коробку языком, а они ходят по этому конвейеру и как бы телепортируются, то коробка начинает нас бить по лицу и тем самым выкидывает нас чуть за пределы уровня. Is moving at a very slow speed with two legs sticking up and facing the incorrect direction, which two of those things I was not expecting to show off. But, you know. И мы все еще зацеплены за коробку. So that's one thing. We'll keep it going. So one of the factory levels. This one. Oh, never mind. Jumped over there. So on one of the levels we mind control, we get to answer a very interesting question is like, what if you could... Oh, never mind, my speed is still broken. Okay. Nope, that didn't fix it. Да, мы сломали скорость, и теперь... Okay, good, everything's fine. Это примерно как пуп-волк в Dark Souls, и теперь... О, починили. I have no clue how to fix that. If it was... I didn't know it lasted between levels. We're learning new things. The... Discoveries are being made live on Summer Games and Quick 2020 online, so we're gonna go through this normally as before. Ну, идем как обычно. Этот глич нашли на прошлом с ГДК. ГДК. After we go through here. Или с ГДК. Или ГДК. А может и то, и другое. Может, это и другое. Но только без хлеба. Оу, смотри, мы опустили ключ-карту. Или нет. Или да. Hazel, unfortunately, can no longer move. And Hazel just stares into the TV forever. So there's no way to complete the level at this point. Мы засофтвачили игру. Наглухо двигаться вообще невозможно теперь. I think I did this by accident. I think I was just spamming the Зачем таймер перезапустили? Чтобы знать, когда сотрудники ГДК придут выгонять их. Уже пока, я бы сказал. Но Мека продержался минут 13. Что он делает? Показывает все, ну, шоу-кейс, где он просто демонстрирует различные баги и глитчи, которые не используются в Тригане, но просто присутствуют в игре. Возможно, им еще пока что не нашли применения. Возможно, они просто смешные и работают странно. Возможно. Когда туда падаешь, то по каким-то причинам вы не умираете, но управление гличится, и вы начинаете двигаться очень странно. В чате спрашивают, когда следующая интересная игра. Так, дайте глянуть расписание. И оно примерно... О, интересная. О, интересная игра. А Doom 3 для вас интересная игра?
Ну, примерно начнется с Звездных войн где-то в 9 вечера. Пока что у нас блок ужасных игр. Doom 3 будет в 10 вечера. And I will show one more thing that I found tonight, like a few hours ago before the run started. Which level is this? Лучше, чем Eternal, уж точно. Я бы не сказал. Doom 3 так себе, а вот Doom 64, он хорош. И вот все, которые до него выходили, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56. Нет, только не поняли. Шутки про 64 в названии. Нет. Жаль, еще не вышел Doom 69. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Every time the key comes down, the key's gonna like gently float down to us, and Hazel's going to headbutt it upwards and have it float away. Why? So we don't have to do this forever. Like this key will never come back down as long as Hazel's standing here. So if just for the next, you know, 24 hours in the marathon, we could just sit here. But I think they would prefer if we eventually got off. But I appreciate again you taking the time to wake up nice and early and. Give some insights in this and just enjoy this together. I can give no insight to what's going on here. I honestly don't know either, so it's okay. So thank you for being on board, and best of luck to the rest of the runners, and I'm sure I will see you guys for another silly block down the line. На самом деле это не лошадь, это змея, и это жидкая змея. Или тогда что ей мешает быть жидкой лошадью?